игуматов. Наверняка многие, кто занимался этим, знаете, если вы покупаете какие-то минеральные удобрения в отделах, во многих, вам тут же предлагают еще и гуматы. Для чего? То, что вы соли, вот эти вот минеральные, рассыпите по грядкам, практически ни о чем. Растворять некому эти соли практически. Нужны гуматы. Гуматы — это кислоты. Вульфокислоты, гуминовые кислоты, которые, как бы сказать, должны растворять вот это вот все у вас. Затратное дело? Затратное. А почему у вас эти удобрения пропали на участке? Ну вот, в природе мы рассмотрели, постепенно, слой за слоем, органика превращается в удобрение. А на даче, если мы перекапываем, ничего никуда не превращается. У нас нету вот этого вот накопления, что в природе идет естественным путем, у нас на даче естественным путем не получается. Мы сами, перекапывая, себе испортили вот эту вот ценность самой земли, плюс добавили себе бестолкового физического труда. Правильно? Нет? Кто не согласен? Жду. Давайте. Обычно кто-нибудь из мужичков начинает возмущаться. Как это? Столько лет копали, и вдруг вроде это неправильно все это. Не может такого быть. Могу вам сказать, в общем-то, столько лет копали, это где-то около 150-200 лет, не более. До этого, если вы как можете вспомнить, была саха, а до этого была вообще палка, которой рыхлили верхний слой почвы. Почему? Так вот, они как раз делали все по природному. А мы вот этим вот, наоборот, себе, как бы сказать, наживаем на эту проблему, на себя. И еще при этом ухудшаем качество.